первой детской художественной школе минувшим вечером подвели итоги региональной олимпиады по живописи и академическому рисунку. Участие в ней приняли более 100 ребят от 11 до 18 лет из городов и поселков области. В лучших своих школах конкурс проходил 2 дня. В состав членов жюри вошли представители Иркутского художественного училища и преподаватель Санкт-Петербургского института Татьяна Анисимова. В рамках конкурса она провела мастер-класс для учеников и педагогов по акварельной технике. Некоторые ребята победили сразу в 2 номинациях – и в рисунке, и в живописи. То есть это говорит о том, что, в общем-то, ребенка хорошо подготовили. Подобные конкурсы делятся опытные художники. Это своеобразная проверка полученных знаний у детей. В каждой из 5 возрастных категорий выявили 3 победителей. Ими стали ученики Ангарских школ искусств, а также ребята из Усолья-Сибирского и Мигета.